Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. 4 ДТП и 5 пострадавших. Об опасности выхода сахатых на проезжую часть. Блиндажные свечи и обереги. Новая гуманитарка рязанским бойцам. Поэзия обыденности. Новая выставка в художественном музее. В Рязанской области объявлено метеопредупреждение. Об этом сообщила региональная МЧС. В ведомстве рассказали, что в Рязанской области существует риск возникновения лесных пожаров. То есть в большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность. Четвертый класс пожарной опасности будет наблюдаться в лесах Рязанской области в период с 28 по 31 мая. Напомним, с 15 мая в регионе установлен особый противопожарный режим. Понятие общедомовой нужды слышал далеко не каждый, а сталкивался с ним и того только желающие разобраться – за что именно жители многоквартирного жилого дома платят ежемесячно. Об этом вопросе и, например, о том, кто устанавливает тарифы, поговорили на прямой линии с начальницей госжилинспекции Рязанской области Татьяной Тарасюк. Общедомовые нужды, или сокращенно ОДН, это расходы на электричество, горячую и холодную воду не в квартире, а за ее пределами. Например, в плату за электричество входит освещение лестничных клеток и энергия, потребляемая лифтами. В ту же холодную воду – расходы на мытье лестничных площадок, а в горячую – опрессовка отопления после ремонта. Собственники утверждают размер платы за содержание помещения, и эта плата устанавливается на срок не менее чем один год. Каждый год, конечно, никто собрание не проводит у нас. Это надо вот прям активно участвовать в жизни своего дома. Поэтому на первом собрании, которое принимает решение об установлении тарифа, собственники также принимают решение о порядке изменения такого тарифа в последующие годы. По сути, собственники привязываются к муниципальному тарифу, то есть когда изменяется размер в административном образовании. При этом, если договор управления заключен, допустим, 1 марта, то все изменения будут именно в этот день, 1 марта. Ни к индексации в июле или в январе рост цен привязан не будет. Индексируются только те ресурсы, на которые платы устанавливает Рязанская энергетическая компания. Оттого и кажется, что идет непрерывный рост тарифов. В июле-январе растут выплаты по ЖКХ, а в один из месяцев еще и по ОДН. Правда, удивляются рязанцы еще и тарифом по вывозу ТКО. Перерасчет платы возможен только в отношении тех объектов, где наши собственники зарегистрированы по постоянному месту жительства. И если они выезжают с постоянного места жительства, ну, по тем причинам, которые обычно у нас и происходят, в отпуск, в длительную командировку, на лечение, предоставив и отсутствуют более чем 5 дней, они по возвращению предоставляют документы, подтверждающие факт своего отсутствия РИК-оператору нашего в компанию «Экопронск», им происходит перерасчет. Других оснований перерасчета за данную коммунальную услугу у нас нет. Единственное, собственник может обратиться непосредственно в суд. Тут все просто, закон есть закон. Во время прямой линии с Татьяной Тарасюк ответили на вопросы из социальных сетей. Например, рязанка столкнулась с такой проблемой. Пропустила срок поверки счетчика, начислили плату по нормативу. Перерасчет можно сделать после поверки. Нужно обратиться с заявлением в ресурсоснабжающую организацию, говорит Татьяна Тарасюк. Но есть нюанс. Закон не обязывает эту самую организацию проводить перерасчет. Тогда можно обратиться в суд. Другой важный вопрос о мытье подъездов. Жители жалуются, что в некоторых домах про это будто забыли. По умолчанию график такой. Влажная уборка раз в месяц, сухое подметание раз в неделю. Если, конечно, на собрании жильцов другого решения не приняли. А в том случае, когда подъезд не убирают, то нужно составить акт о неоказании услуг. И напоследок поговорили о самих управляющих компаниях, что до 31 марта каждая УК должна отчитаться в системе ГИС ЖКХ. Там они в свободной форме отчитываются, на что потрачены деньги управляющей компании за прошлый год. В Рязани участились случаи наезда на диких животных. Такой статистикой поделились в госавтоинспекции. Цифры растут, и причина этому довольно банальная, говорят биологи. Много мошек. Из-за этого лоси вынуждены отстаиваться на открытых местах и часто оказываются на обочинах дорог. Этих четверых лосей засняли на дороге между Тумой и поселком Гусь-Железный. Скорость у водителя небольшая, да и животные, завидев транспорт, тоже решили ретироваться с дороги. Обошлось, в общем, без происшествий. Что скорее приятное исключение из правил, говорят в госавтоинспекции. С начала года в регионе уже зарегистрировано 4 ДТП, связанных с наездом на животных. Как итог, 5 человек получили травмы различной степени тяжести. 21 мая, примерно в 4:10 утра, на 380-м километре автодороги Москва-Челябинск 23-летний житель Республики Мордовия, управляя автомобилем «Лада», совершил наезд на дикое животное – лося.
В результате происшествия водитель с различными травмами обращался за медицинской помощью. Лось – двухметровый гигант, который может весить больше полутонны. В мае, например, самки начинают отгонять от себя годовалых лосят. Другая причина выхода на дорогу – миграция, говорят биологи. Ходят лоси по определенному маршруту из года в год. И построенная дорога, например, никак на этот маршрут не влияет. Утром и вечернее время необходимо использовать дальний свет. Лоси часто передвигаются в темноте, когда видимость плохая. Не используйте сигнал, если вы заметили животное на обочине. Лось может повести себя неадекватно и агрессивно. Проезжайте мимо, снизьте скорость. Об опасности предупреждает дорожный знак «Дикие животные». Он сигнализирует о том, что дальше будет опасный участок дороги, где возможен выход на проезжую часть диких животных. Водителю следует снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя. Наезд, столкновение и авария с участием лосей и других крупных животных в России приравнены к ДТП. Наказывать водителей за сбитых лосей может и Госавтоинспекция, и Министерство природных ресурсов Российской Федерации. С самого начала рязанцы активно включились в поддержку бойцов на СВО. В кузне Вадима Дыкина делают блиндажные печи, обмундирование и собирают гуманитарку. Неравнодушные люди активно участвуют, каждый по мере своих возможностей. Ведь даже самая маленькая вещица для тех, кто на передовой, очень важна. Нашим бойцам Оксана Анискина помогает на фронте с самого начала специальной военной операции. Окопные свечи, птички-обереги из джута, гуманитарная помощь. К волонтерской деятельности женщина приобщила и членов своей семьи, и односельчан. На днях вернулась с международной выставки форума в Москве, где представляла стенд Рязанской области мастер-классами. И когда меня тоже спрашивали люди, которые приходят на мастер-класс, они спрашивают: «Ух ты, как здорово, почему триколор?» Я им объясняю, что это вот мы такие делаем бойцам. И вот у меня, вот они написаны, пять этих прекрасных женщин, которые, ну там же как мастер-класс проходит, человек себе делает и уносит с собой. И вот у меня пять прекрасных женщин, они говорят: а можно мы сделаем и оставим? Вы передадите, говорят, бойцам. Я говорю: отличная идея. Первые мы делали красненьких птичек счастья, мы делали для солдат, отправляли. Потом ребята все смекалистые, мы добавили триколор. И вот теперь наши такие птички символично оберегают наших ребят. Нам приходит обратная связь. Вадим Гаврилович вот показывал фото, видео о том, что ребята получают наши коробочки с нашими птичками, благодарят нас. Причем в родном Боголюбово Сараевского района этих обережных птиц делают все. От мала до велика, рассказывает волонтер. Сама технология несложная, да и на изготовление уходит не больше 5 минут. Помимо символов поддержки, там же делают еще и окопные свечи. Они, кстати, выполняют не только функцию освещения, но и благодаря кованым подсвечникам позволяют нагреть жидкость. Изначально свечи делали из жестяной тары и картона, но позже последний элемент заменили. Вот такую идею мы еще нашли. То есть это шишки сосновые и еловые. Мы также ими начиняем баночку. Вот. И ставим вот такой фитилек из обычной джутовой ниточки, чтобы, ну, разжечь. Занимаюсь продвижением, конечно же, культуры в массы. Но и самое главное для меня – это патриотическое воспитание. Я считаю, что в наши дни, да и вообще в любые дни, это самое важное для детей, для молодежи. Также с удовольствием и взрослые во всем этом принимают участие. Окопные свечи из сосновых шишек экологичны. Они горят жарко и ярко, не коптят, а значит, подходят даже для закрытых блиндажей. На обережных птичках и окопных свечах волонтерская деятельность Оксаны Анискиной не заканчивается. Заведуя сельским клубом Боголюбово-Сараевского района, женщина регулярно проводит патриотические мероприятия в памятные даты, чтобы рассказать о героях настоящего и прошлого нашей страны. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На Солнце вновь произошла вспышка высшего балла. Причина – деформация магнитных полей на пятнах этой звезды. Как взрывное Солнце повлияет на нашу планету, расскажем в нашем следующем материале. Циклы солнечной активности повторяются с периодом примерно в 11 лет. Очередной пришелся на 2024 год. Предугадать очередную вспышку на Солнце сложно, ведь происходят они спонтанно. В результате в сторону Земли движется поток высокоэнергетических частиц, от вредного влияния которых нашу планету защищает собственное магнитное поле. Оно отклоняет частицы к полюсам, часто вызывая красивое свечение. Вспышка на Солнце – это явление выброса солнечной плазмы. Горячая она на поверхность Солнца составляет порядка 6000 градусов.
в окружающее пространство. Вот выброс этой плазмы сопровождается потоком рентгеновского излучения. Все вот эти вещи, если они достигают Земли, вызывают возмущение геомагнитного поля. А реакция геомагнитного поля – это, во-первых, полярное сияние. Вспышки на солнце также могут вызвать ухудшение самочувствия, рассказывают специалисты. Так, у гипертоников возможно учащение сердечного ритма, а у людей, страдающих нервными расстройствами, возможно обострение заболеваний. При этом специалисты по прогнозам космической погоды считают, что негативное влияние солнечных вспышек сильно преувеличено. Да и вообще магнитные бури в результате солнечных вспышек – это нормально. Солнце же активное образование. В центре солнца идут термоядерные реакции, которые обеспечивают его жизнедеятельность. В таком состоянии стабильном Солнце находится уже 4,5 миллиарда лет. Еще примерно 2 миллиарда лет тут примерно таким же останется. Затем процесс на Солнце придут к тому, что оно начнет менять свою внутреннюю структуру, и тогда появятся какие-то внешние изменения. Значит, средний цикл жизнедеятельности Солнца в таком нормальном состоянии, каким мы привыкли наблюдать, ну, оценивается до 10 миллиардов лет. Так что мы где-то в серединке пока. По словам специалистов, вспышка практически не отразится на жизнедеятельности планеты. А вот для космонавтов на орбите это серьезное испытание. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Впервые рязанский зритель познакомился с произведениями Нины Шапкиной-Корчугановой 5 лет назад на персональной выставке под названием «Круг-круг». Новая встреча подготовлена в юбилейный для автора год из работ, отражающих творческий путь последних лет. «Поэзия обыденности». Экспозиция под таким названием открылась в художественном музее. Первые самостоятельные работы Нины Шапкиной-Корчугановой были написаны в 1980-х годах в стиле, который ее учитель определил как неореализм. Художница опирается на достижения предшественников и ставит задачу искать новые пути в живописи, познавать мир, используя цвет, линию и формы, создавая глубину пространства на плоскости. Сама художница говорит, что для нее порой поверхность полотна важнее, чем идея, которую она закладывает в изображение. Это жизнь наша, вообще-то. Вот кто занимается искусством. Вот, то есть вот, ну, как бы пытается заниматься искусством, потому что это дело не такое простое на самом деле. Если, то есть не сорваться, не спуститься на коммерческий лад, это, в общем-то, тоже не так легко. Любимой темой художница называет тему прохожих. Плач о толпе, в которой все далеки друг от друга, а пути людей пересекаются лишь случайно. Лейтмотивом всех картин Нины является тема одиночества человека в современном мире. Герои полотен кажутся погруженными в свой внутренний мир, отчужденными, противопоставленными окружающей действительности. Если я не восторгнусь чем-нибудь, не зацеплюсь за что-нибудь мысленно, то есть и взглядом и так далее, эмоционально, то мне станет скучно, и я просто не смогу ничего делать. То есть вот восторг, любовь. Работы Шапкиной-Корчугановой сродни философской притче. Живопись характеризует точный, мощный рисунок, выявляющий характер персонажей и богатство цветовых сочетаний. Художница, по ее собственному признанию, хочет вызвать эмоцию зрителя не только сюжетом, но и живописной поверхностью полотна, цветом, фактурой мазка. Автор выставки не только художник, но и литератор, член Союза писателей и Союза журналистов России. Имя ее включено в первый том издания «100 имен русской литературы 21 века». На выставке представлено около 40 произведений живописи и графики, созданных за последнюю четверть века. Посмотреть можно до конца июня. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.